Молодому педагогу надо помочь. Он делает первые шаги в школе. Шаги, по-моему, любопытные. Ни для кого не секрет. Некоторые люди физкультуру принимают как второстепенный предмет. Мол, что там, попрыгает, подвигается и все. А что значит подвигается? Вот вы любите балет? Так вот, в балете тончайшие переживания и эмоции передаются с помощью жестов, пластики. Балет – искусство движений. А при чем тут физкультура? Товарищи, товарищи! А вот физкультура – это как раз наука движений. Я подчеркиваю, именно наука. И как всякая наука, физкультура имеет свою азбуку. Наверное, ж нельзя научиться читать, не зная букв. Ведь еще древние греки считали, что грамотный человек, вернее, неграмотный человек не только тот, кто не умеет читать и писать, а и тот, кто не умеет плавать.